А мы переходим к следующей точке. И следующая точка у нас называется первичные ключевые слова, семантическое ядро. И что у нас здесь такое? Зачем это нужно вообще? Способ продвижения, который мы используем в сибирской артели, лидогенерацию, так называемую, мы используем через лендинги и директ. Это основной. Это основной, и потом уже дополняем его всевозможными разными другими. Я здесь не буду говорить про лидогенерацию, про лендинги и про то, как это работает. Скажу лишь, что количество спроса на сегодняшний день очень просто померить. Ваш стартап или бизнес станет успешным, если существует достаточное количество людей, которым интересно то, что вы предлагаете. Вот мы можем померить этот спрос. На сегодняшний день мы можем померить этот спрос. Как он меряется? Очень просто. Миллионы людей в день заходят в Яндекс и набирают поисковые слова для того, чтобы найти тот или иной продукт, чтобы его купить. Сейчас, наверное, уже больше 8%, 80% уже людей ищут товары через поисковик в Яндексе. Соответственно, они набирают эти запросы. Ключевые слова – это тот самый поисковый запрос, который набирают люди в Яндексе каждый день. Соответственно, Яндекс предоставляет очень интересную услугу, называется Wordstat Яндекс.ру. Вы заходите на нее, набираете ключевое слово и смотрите, сколько подобных запросов делалось в Яндексе за последний месяц. И количество этих запросов указывает вам на толщину этой ниши, толщину клиентского спроса. Соответственно, важно выбрать ядро, выбрать семантическое ядро. Семантическое ядро – это список ключевых слов, которые с наиболее большей вероятностью указывают на суть вашего торгового предложения. Это слова, которые набирают люди. И зная количество спроса, количество запросов в Яндексе, мы можем определить толщину этой ниши. Соответственно, толщину или потенциал этой ниши. Потому что в дальнейшем мы будем делать лендинг, это посадочную страницу, одностраничник. Будем делать директ, будем делать объявления на вот эти вот ключевые слова. И через эти ключевые слова приводить наших клиентов на лендинг. Итак, для заполнения, для прохождения этой точки, что необходимо? Необходимо зайти в Wordstat Яндекс, установить регион поиска, выбрать те ключевые слова, которые наиболее полно будут точно указывать на вашу поднишу, скопировать, запросить и скопировать все найденные ключевые слова на первую страницу стартапа вместе со статистикой поиска их в Яндексе. И указать регион. Вы ставите себе 0, если ответ на этот вопрос является для вашего стартапа избыточным или бессмысленным действием. 1 крестик, если вы понимаете, о чем речь, и намереваетесь это сделать. За намерение ставим крестик. 2 крестика, если вы записали ответ на своей странице. И 3 крестика, если записали, есть 100% понимание, как сделанная работа вписывается в результат стартапа. Примеры того, как это заполнять, вы можете посмотреть на уже заполненных стартапах. Зайдите, можно зайти в экран, посмотреть, у кого эта точка заполнена, в каких стартапах, перейти на эти стартапы и посмотреть образец. И, кстати говоря, это вообще способ посмотреть, как другие заполнили прохождение этой точки. Есть ли вопросы? Тогда мы переходим к следующей точке.